Здравствуйте, я Джессика Уокер. Представляю вам очередной выпуск экономического календаря на Дукаскопе ТВ. Давайте посмотрим, какие важные события и публикации запланированы на понедельник, 15 ноября. Первыми в 9:45 вечера в воскресенье выйдут данные об объемах розничных продаж в Новой Зеландии за третий квартал. Во втором квартале объемы продаж не соответствовали ожиданиям, а в первом квартале они выросли на 2,3%. Далее в 11:50 будут опубликованы ожидаемые предварительные данные об уровне ВВП Японии за третий квартал. Во втором квартале экономика Японии сокращалась из-за снижения объемов потребления. В 12:01 после полуночи выйдут данные индекса цен на жилье в Англии от Rightmove. В октябре средние цены на жилье продолжали расти и достигли рекордного максимума. В 10 утра выйдут ожидаемые итоговые данные индекса потребительских цен в еврозоне за октябрь. По предварительным данным, годовой показатель инфляции находится на уровне нуля, а в предыдущем месяце он понизился на 0,1%. Далее в 1:30 будут опубликованы данные индекса производственной активности Empire State за ноябрь. Индекс находится ниже нуля на протяжении трех последних месяцев. В это же время выйдут данные о поставках в обрабатывающем секторе Канады за сентябрь. В августе объемы поставок сократились, хотя до этого они увеличивались три месяца подряд. Резервный банк Австралии публикует протоколы своего последнего заседания в 12:30 после полуночи. В ходе ноябрьского заседания монетарная политика осталась неизменной, но трейдеры полагают, что в будущем процентные ставки могут быть понижены. На этом очередной экономический календарь подошел к концу. В следующем выпуске смотрите обзор самых важных событий и публикаций вторника. Всего доброго!